Ну что ж, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала, с вами Мамору, и сегодня мы поиграем в игру «Друга Террария». Остановились мы на том, что сделали небольшое укрепление в виде домика, и сегодня я предлагаю вам пойти освоиться, ну, найти какую-либо пещерку и забуриться в небольшой дом. Как ни странно, найти новые ресурсы. Для начала ввожу все в верстак, возьму какие-нибудь бомбы, зачем мне они, что мне понадобится для этого, что у меня есть, и что мне не хватает. В принципе, что взять, я ничего не могу из того, что у меня есть. Лучше пойти в таком состоянии, какое я сейчас. Так, ага, уже придумали. Можно было, в принципе, лучше мир сделать. Так, кстати, пойдем сейчас меч себе и сделаем. Мне вообще не улыбается, какой меч сейчас у меня находится. Так, ага. Можно было все броню сделать хотя бы минимально на один дефенс. Меч, 70 урон, не меч. Хорошо. Это мне не надо было. Эй, ты, Турк, стой. Вот, это другое дело. Хотя бы минимальная защита. Да, в принципе, можно их покупать, но зачем летать? Хорош, что нафиг. Ага, уже хорошо. О, первая упавшая звезда. Упавшая звезда мне подходит. Время очень много понадобится в большом объеме. Поэтому я ее подберу. На место. Уже ее видит, хорошо. Так, куда? Стой, куда? Стой, я ничего не вижу.
Я ожидал, что это такое будет. Mystery Explosion. Меня слышишь? Детонатор. Я детонатор. Подожди, постопка. Это, в принципе, можно. Сейчас переплавлю. Я уже закончил место. Так, сюда можем. Будем вложить все пластики на все ресурсы, которые связаны так или не так с копать с добычей. Хорошо, сейчас переплавляем все, что есть у меня. Платина. Немножко серебро. Олово. Олово у меня побольше. Все несет. Истина. Надеюсь, я смогу сейчас красить. Все, в принципе, что еще? Могу еще взять оловянный меч. Из 5 можно с кирки. Нет, с ней ничего не отличается. Укрепленная удочка. 15% мощности рыбалки необходимо приманки для ловли рыбы. А не, значит, не целый кирк. Сколько у меня мощность? 53 мощности кирки, это уже хорошо. Ну, достаточно тени. Если не продвинуть, то сюда не предметы. Я не знаю, никогда не трасса, никогда не... Все, вот топ, серебряная кирка. 45 мощность кирки, уже хорошо. Все, да? Угу. Вот там все серебряные кирки. Можно еще серебряный кинжал. Нет, давай задавать точно не буду. Еще поножится свинцовый страз, в принципе. Дальше девайс. Вот, и, в принципе, на этом все. А я все закончил.
Tak. Więc może się chodzić o otworzyć drzwi. Więc tam. Pewnie tutaj nie ma dużo. Trzeba tu wkładać sobie do kotoru, żeby to im wspomoże. Trzeba było wrócić, żeby bracie mi go. Rybko przyjdzie. Opowiem z szatą. Chodźcie, mogę. Tak było smutne. Będzie chodził sobie. Znaczy miałem dwie nakłady, tak sobie drugi. I marama, nie? Tak, pieczka. Marama. Co, co ja mogę z tego skracać? Rysy, nie. Rysy, nie. Rysy mnie nie interesują. Вот. Aha, i z damaga. Больше, чем 8, давай. Удиви меня. Сейчас вот две. Извиняй. Нет, там, синцовый меч. Пожалуй, это все. Куда нужен мне лежит? Возьму я, пожалуй, все, потому что я попросил с этой броней, он меня убивает для того, что он... Серебряные вещи. Платиновые. Это платиновые. Нет. Нет, нет, нет. Все девять, он, да? Вы все платиновые все. Сделал себе платиновый. Платиновый. Чтобы себе делать платинового такого. Топор. Получит топор платиновый. Все, хорошо. Так. Ну что?
что ж, я думаю, на этом все. Всем спасибо за внимание, с вами был Мамору. Всем удачи, всем пока. Не забывайте поставить лайки и подписаться на мой канал, ссылка в описании. Всем пока, всем пока. В следующей серии я уже подготовлюсь, на следующий я пройду большое количество времени в шахте. Это будет гигантская куча ресурсов, в том числе и дерево. Это будет непосредственно, я буду уже строить дом на камеру. Углубляться вниз, строить, скорее всего, я буду выглядеть. А напоследок хотел бы сделать себе немножко тебя. Или вообще крафтится или нет? Я не помню, я давно, как давно это было, а? Я хотя не расстрелы себе крафтил, очень долго. Вот, где-то, кстати, хватит за глаза. Пара слов. Что ж, всем пока.